Здравствуйте, доктор Лектор. Мы разыскиваем опасного маньяка, и только вы можете нам помочь. Он продает хот-доги по 2,5 рубля, и мы совершенно не понимаем, из чего его сосиски. В смысле, из какого мяса? Нет. В принципе, что за материал? Агент Старлинг. Я, конечно, маньяк, убийца, но не идиот. Есть сосиски себе дороже. Вообще непонятно, какую статью кодекса нарушаешь. Маньяк! Убийца! Извращенец! Какой же я классный! И вообще, все это больше не ко мне. Я завязал. И как же это вы завязали? Я записался в клуб анонимных людоедов. Там место освободилось. Не спрашивайте, почему. И чем же вы там занимаетесь? Самоедством? Нет. Мы помогаем друг другу вернуться к нормальной жизни. Перетерпеть, так сказать. Истории разные друг другу рассказываем. Литературку тематическую читаем. Литературку? Да. Это типа «Робин Бобин Барабек скушал 40 человек»? Нет. Полезную. Бросаем убивать постепенно. Переходим на животных, начиная с говорящих кокоду. А вот это моя любимая. Такие разные эндорфины, шоколад вместо расчленения заживо. И что, вам помогает, доктор? Не то слово. Ну, еще гимнастика антилюдоедская. Антилюдоедская гимнастика? Ну, это обыкновенная гимнастика, только по 20 часов в день. Еще овощи есть учимся. Помидорка, огуречек. Вот и выжил человечек. Никто в своем уме никогда не поверит, что вы исправились, доктор. Я верю! Я! Наполеон Бонапарт! Вы посмотрите на мой тренажер. Что? Тренажер? Да. Это манекен. Он очень хорошо тренирует волю. Похож на человека, но невкусный. Как телятина. Или арбуз. А почему же у него нет ноги, доктор? Не знаю. Но я рассчитываю на досрочное освобождение за примерное поведение. Вы же недавно съели 2 охранников. Примерно 2. Все, доктор, это какая-то ерунда. Я скорее поверю в то, что в сосисках есть мясо, чем в то, что вы исправились. До свидания. Я тоже исправился. Я стал вежливым. Пожалуйста, сдохни.